Здравствуйте, меня зовут Ксения Попова, и я бизнес-психолог, тренер-методолог, коуч в когнитивно-поведенческом подходе. Последние 10 лет своей профессиональной деятельности я занимаюсь обучением и развитием руководителей крупнейших российских FMCG и производственных компаниях. И сегодня, как одна из ведущих курса когнитивно-поведенческого коучинга, ориентированного на цели, я бы хотела пригласить вас на этот курс и рассказать о его организационной стороне. Прежде всего, хочется отметить, что этот курс разработан профессиональными коучами, бизнес-психологами и методистами и включает набор современных технологий, выстроенных в целостную образовательную систему. Мы сделали все для того, чтобы вы могли максимально гибко пользоваться этой системой с учетом ваших возможностей, а также овладевать материалом с той степенью глубины, которая вам необходима. Что из себя представляет данная система обучения? Прежде всего, это система дистанционного обучения, где вы сможете ознакомиться с большей частью теоретического материала перед семинаром, пройти тесты, чтобы оценить свой уровень усвоения этого материала самостоятельно и получить дополнительные материалы. Это очные онлайн-семинары на площадке Zoom по каждой теме, на которых мы делаем краткий обзор теоретической частью и большей частью времени проводим в обсуждении темы, разборы кейсов и практики в мини-группах. Ну и, наконец, третий важнейший элемент системы – это самостоятельная практика вне семинаров. В двойках либо тройках, и эту практику мы, конечно же, поможем вам организовать и качественно провести саморефлексию и обратной связью от всех нас, то есть от ведущих. Весь курс состоит из 4 модулей. И стоит отметить, что между каждым модулем есть промежуток в 2 недели для того, чтобы вы могли отдохнуть. В случае необходимости после каждого модуля вы можете сделать паузу в обучении и присоединиться к следующему модулю со следующим потоком. После каждого модуля вы также получаете сертификат о его прохождении. Стоит обратить внимание на то, что первый модуль обязателен, если у вас нет базового психологического образования или вы только начинаете знакомиться с когнитивно-поведенческим подходом и гуманистической психологией. Это необходимо для дальнейшей специализации в когнитивно-поведенческом коучинге. Для повышения гибкости обучения предусмотрена возможность пропуска одного семинара в каждом модуле, за исключением супервизионного. Пропущенные семинары можно пройти в СДО или в следующем потоке без дополнительной оплаты. Видеозаписи семинаров выкладываются в СДО на следующий день после самого семинара. Кроме того, вы получаете дополнительные возможности для общения с коллегами и преподавателями, участие в регулярных интервизиях и супервизиях, участие в группах по интересам, а также по итогам прохождения всего курса вы автоматически становитесь членом закрытого клуба выпускников КПКЦ и группе научно-обоснованного коучинга. Также хочется отметить, что максимальное количество учащихся в группе 25 человек. Поэтому лучше оставить заявку, чтобы вас предупредили перед закрытием набора. Ссылка для регистрации в описании к видео ниже. Будем ждать вас на курсе когнитивно-поведенческого коучинга, ориентированного на цели, который стартует уже совсем скоро. До встречи!